Всем еще раз привет. Второй день Голда. И первый матч у нас на сегодня это сейф. Тот, кто прошел через онлайн отборы. Не самый топовый игрок, конечно, на этом турнире играет он с CC. Вчера они оба проиграли 0-2 свои матчи, и сейчас идет матч за выживание. То есть, кто проигрывает, уже гарантированно едет домой. Выселят их сразу из отеля. Если меч металлический. У меня, кстати, есть где-то видос про как какие-то кузнецы в этом в Америке, я не знаю, в Америке, по-моему. Они, короче, настоящий Frostmourne сделали. Ну, как настоящий, просто очень сильно похожую копию. Вот, и они прямо его отлили, реально крутой меч. Вот. Плюс еще, насколько я знаю, у Граби есть такой трофей, Frostmourne, кажется. Кажется, у Граби есть, он где-то на каком-то турнире его получил. Или ему Близа подарили. Точно не помню. Ну, то есть, такие Frostmourne Близзы, по-моему, единицами выпускали для каких-то этих, ну, вот призов именно варкрафтерам. Ну, я не точно не уверен, я просто тогда еще мелкий был, так что не знаю. Я вот лишь знаю, что у меня есть один видос, где вот это, пилили Frostmourne. Если этот Frostmourne тоже какой-то нормальный, и он будет вручаться как трофей за победу, то это очень круто. То есть, это лучше, чем какой-то там кубок или медалька. Шоколадная. Фрогу дарили. Это значит вообще был в бородатом каком-то году. Так, оба начинают крепиться. Я, к сожалению, пропустил, кто какого цвета, но сейчас нам покажут. Вообще, в идеале, конечно, вот корейцы те же, они на стриме рядом с никами игроков показывают их цвет, чтобы сразу те, кто присоединились, смогли знать, кто какого цвета. А вот когда в Mirror играют, непонятно сейчас, кто с какой стороны. Я вот, честно, еще не понял. Красненький это у нас... Это по-моему, сейф, да. Потому что у Шиши не длинный китайский. Короче, CC у нас синенький. В рамочке цвет. Какой рамки? Типа вот это... Типа, это, на вебке рамка красным, это типа его цвет. Вы хотите сказать, что вчера были фиолетовые рамки? Я просто не обращал на это внимания даже. Да-да-да, но я как-то даже не обратил внимания, это просто стандартный красный-синий цвет. Ладно, неважно. CC здесь добавляет Hunter Hall. Здесь тоже Hunter Hall. А, нет, это... Погодите, мне показалось, что это Expand. Это тоже Hunter Hall, только очень поздний. Вон даже Фоги говорит, что вчера не было, потому что я реально не помню вчера такой темы. Так, забегает здесь сейф. Там два виспа можно начать нарезать, но он что-то подбежал, увидел ничего и убежал. Здесь арчу у него подрезает, нужно в хайт уходить. Или там даст уже есть. Ну там есть просветка на обсерватории, но все равно, почему бы не уйти и развести на 50 голды. Если все равно арча умрет. Ну тут сейф с пингом 0 не может поджать. Да. И Хантресса уже есть. Но в отметку арчу тоже подрезает сейф. У него хорошие девайсы, сапоги, когти. И почему-то ни один из игроков не прячет своих арчей, чтобы как-то на голду развести, все равно ты арчу теряешь. Очень битый Демон Хантер у сейфа, тут он... Ну, за счет сапогов пока еще бегает, пытается что-то тут прочекать, но... Это все тщетно.
Вообще, тот заход на базу можно было виспов погонять, но он не стал почему-то. Т2 уже скоро закончится, посмотрим, какие герои будут у игроков. Но это, скорее всего, стандартная игра мишки на мишке. Это все-таки не Мун играет, как Мун вчера. Тут, блин, что он тут творил, я просто в шоке был. С шестыми дарк-рейнджерками. Очень хороший девайс у Demon Hunter CC. Такие защитные. Плюс 6 силы, плюс 2 кольцо. То есть он будет очень много дамага впитывать. Но все же, я думаю, каждый эльф мечтает о том, чтобы выпадали как можно больше девайсов на атаку. Все-таки Demon Hunter очень много урона с руки наносит. Вот. Заходит сейф. Неплохой забег. Сейчас лорницу может отменить. И в проходе... Ну как-то криво поставил. Ну, парень волнуется, конечно. Кривовато поставил он свою хантрессу. Но, по-моему, лорницу одну отменил. И здесь уже Шиши двумя хантрессами блокирует проход и ТП делает. Ну, неплохой заход. Отменил две лорницы. И, по-моему, одну лорницу Шиши не отменил. То есть он ее потерял именно. Я не уверен, но, по-моему, там не было виспа, который вышел. А тем временем он сам почти лорницу достроил, Т3 выходит. Неплохой заход. Да, кстати, сейву 32 года, если верить описанию, которое нам предоставляют организаторы. То есть там вначале его показывали, и там написано 32. Ну, 32 это, скорее всего, все-таки лет, потому что до этого показывали Мона, и там 30-ника ему. Котка от Шиши. Здесь, кстати, сейчас на крипах ловит, нету ТП. У сейва, у него две хантрессы, и второго героя все еще нет. Ему сейчас, кстати, могут демона отжать, если Котк прибежит. Нет, вовремя убегает демон Хантер. Но барак там потеряет. За барак хочет посражаться. Ой, зря! Ой, зря ты это делаешь! Сейчас могут убить просто демон Хантера. Вторая прикопка будет, но слишком как-то сейвово сыграл сейчас CC. То есть он своего Котка отводил назад, чтобы не пропустить моноберн. Но сейв даже об этом не подумал и просто бежал, сломя ноги на базу. Но тут CC, даже если бы моноберн на 100 пропустил, у него бы осталось еще 100 маны, и он вторую прикопку в любом бы случае кинул и убил бы демон хантера. Очень как-то переволновался CC тут. Вообще не нравится мне игра CC, он как-то, блин, не знаю, неуверенно играет. Он на ланах он уже давно играет, и странно. Что-то он как-то, ну, не топовую игру показывает. Так что я, наверное, все-таки поставлю на то, что Мун с Романтиком выйдут из группы, потому что не вижу я игры на выход из группы от CC. По вчерашним играм, вот даже по сейчас игре с сейфом, очень много ошибок. Ну, со стороны, конечно, всегда видней. Вот. Так. Попытался тут покрипиться сейф, но не получилось. Вроде сейф как-то быстрее лорницы построил, а у него всего одна дриада, мишек нету. Зато есть арба на козле. Эй, опа, плеер сдох. Эй, слышь? Блин, у них какие-то проблемы сегодня с этим плеером. То есть он просто вырубился. Блин, не нравится мне это. Вчера так все хорошо было. Но он опять включился. Да, включился. Странно. Сейчас эта фигня должна пропасть в центре. Она просто не сразу пропадает. Она, видимо, просит тебя перейти на офсайт, наверное, какой-нибудь.
Так, здесь почти четвертый демон. Здесь уже четвертый демон. Заход на мейн. Но мишек нету у CC. Как-то он рановато, по-моему, пришел. Нет, есть один Михаил с Риджуом. Да можно уже накидывать Риджуф, я думаю, на Демон Хантера. А то он довольно битый. Да, накидывается. Будет ли диспел? Дрядка. Дрядка не диспелит, я не знаю. Просто дал отхилиться на халяву. Есть Шреддер у сейфа. Но нужно, чтобы он добывал дерево, потому что полтинник дерева всего, это очень мало. Здесь барак минусует виспа. Пятьдесят ровно лимита у CC. Там три медведя сзади. Три хантресса, конечно, не самые лучшие бойцы. Их можно попробовать на крипах слить. То есть попробовать сейчас красную точку забрать и просто хантресс подставить, чтобы они затанковали. Но не рискует, естественно. CC понимает, что сзади тут могут напасть. Слушайте, CC прям в наглую крепит точку, пока сзади его... Сзади ему барак пытались снести. Ой, козла прикапывают, козла сейчас могут минуснуть, есть ли став на Демон Хантере? Козел зачем-то еще на прикопку... Ну что тут сказать? Ничего, козла просто потерял. Да нет, здесь, наверное, будет победа за CC. Ну, просто видно, что разные уровни игры. Прикопки снова пошли. Там, скорее всего, там он даже диспл не делает. Ну, смотрите, там дриада бегает, он диспл не сделал. Ну, просто разные уровни игры. Ну, ладно, парень приехал покатать на лане. Попробует свои силы. Сыграл как смог. Там есть еще в других группах пару лобков. То есть там есть какой-то Алиса и еще какой-то чувак, который тоже через онлайн квали прошел. Они, скорее всего, также будут ни о чем. Фоги, кстати, не повезло то, что он не попал в группу с такими лобками. То есть он попал в группу, где как бы все топовые игроки. Вот. Лобков ему, к сожалению, не дали. Но тем слаще будет победа, если он выйдет из группы. Ну здесь понятно все. Нет, у Фоги лобков нету в группе. Ну, если только самого Фоги по лобкам не причислить. Не, ну если относительно того, как он на ланы приезжал, то да, можно так сказать, а так нет. Блин, ну... Сейф, но даже не старается, мне кажется. Просто на ровном месте юнитов отдает. Просто знаете, даже иногда хочется поболеть вот за таких пацанов, которые приехали, типа показать свои силы. Но что-то нет. CC уже забирает красные точки. Ну, лимиты примерно равны. Сразу у сейва ловит Демон Хантера. По грейдам там что-то 0-1 у CC, у сейва не знаю. Хороший моноберн прописывает. Хотя, смотрите, Риджу неплохо накидывает, но CC очень грамотно постоянно диспелит дрядками отдельно. Свиток неплохой, свиток армора. Слушайте, здесь сейв неплохо сражается стенка на стенку. Но Демон Хантер, инвул нажми! Инвул на 15 хп нажимает, успевает все-таки дотянуться пальцами. Но да, его пробривают, мишек очень много, еще подходят мишки. Это Good Game 1-0. Ну, да. Просто уровень игроков слишком разный. То есть тут даже накранив CC не проиграл бы.
Потому что можно даже с меньшим лимитом будет тащить. Good game. 1-0 за CCC. CCC的内战基本功还是非常的扎实的，即使在中期的时候被连拆两个必摇，场上的节奏还基本都是在CCC的手中掌握着。 Да, ребят, не надо прогнозов по поводу игры Фоги. Приедет и посмотрим, как он сыграет. Просто загадывать какой смысл? Будем болеть за Фоги, когда приедет. Сейчас у нас, скорее всего, реклама будет, как обычно. Я уж воспользуюсь и свою рекламу пущу. Кто эти комментаторы? Откуда я знаю, кто они? Просто комментаторы китайские. Или ты хочешь, чтобы я их ники назвал, адреса и там это куда донатить им? Или что? 好的，那我们也是稍事休息一下，稍后会给大家带来第二盘的比赛。Да, ребят, покупайте премиум Мухавка. Вчера вы аж штук 6-7 премов купили. Потому что будет турнир идти всю эту неделю. Каждый день в час дня начало. По 2-3 игры будет. По 2-3 матча, точнее. Плюс еще на следующей неделе. Ну там я не знаю, когда продолжение будет плей-оффа. Наверное, на следующей неделе. Вот. Но сегодня и вчера такие группы не самые интересные все-таки здесь. Довольно явные фавориты. Ну, постоянная реклама показывает нам. Это я, кстати, этот мультик не видел про Ханзу. Это новый, что ли? Это историю Ханза показывает конкретно. Потому что я видел только про Черную Вдову и про этого, про... про макаку. Не, у нас стрим идет в 720, ну именно, который я смотрю. То есть так что качество хорошее, не надо гнать на 360. А, понятно, они тут с этим, с роботом. У них война какая-то. А зачем Ханза меч, если он лучник? Ух уж эти японцы. Кстати, в японских аэропортах есть вот такая фигня. Короче, там прям вот эти чернила лежат. И ихние... Я не знаю, как это называется. Вот у... Они там... Можно нарисовать что-нибудь ими. Ну, вот эти иероглифы написать. Вот. Типа, скрасить время так. Короче, у брательник, походу.
难道没人告诉你我是什么？我知道你是谁，半藏。我也知道你每年的今天都会来这里。 你是为了祭奠一个死在你手里的人，你根本什么都不了解。你去你我就对的。 Windows показали. Пора ультовать, походу. Фига себе. Разрезал пополам стрелу. Он уже луком дерется. Ну прямо Оливер Квин. Начало. Во, ультимейт пошел. Богатакагукиро. Это тоже ультанул. Это банкаи пошли, короче, от обоих. Блин, реально прикольно было. Опять Windows. Давайте Windows, пацаны, смотреть. Банкай, короче, не зашли, потому что банкай может другой банкай отразить. Ихние силы равны, походу. Нет, все-таки и Шумица затащил, походу. Не помню, как этого робота зовут, но и Шумица просто в Текке не был. А он не робот, что ли? Да, это он типа узнал, что это его брательник, походу. 他第一次如此清晰地看到了周围的世界。陌生人此时告诉神龙，自己就是他落入凡间的弟弟。而现在，他们应该联手重建这个世界。你怎么变成了这个样子？Зарежь, брата。我已经接受了现在的自己，也已经原谅了你。现在只有你才能原谅你自己。 Короче, у них два разных пути. Я за белых, ты за красных. Но мы братья, поэтому друг друга калечить не будем. А пошел опять чай пить. И как раз вот эти два дракона. Точнее, это один дракон с двумя разными туловищами. И возвращаемся в игру. Нет, кстати, блин, а я... Да не знаю я китайский, во-первых, это японский был. Блин, ребят, ну если вы не различаете китайский, японский и корейский, чего с вас взять? Это японский был.
接下来这场比赛对于Safe来说，如果他输， вот это китайский. Это копичан. Есть еще корейский. Да,对于周西西来说的话，这个也是他最后的希望。Еще вьетнамский. Вот,他必须得快速的拿下。Еще бурятский. 因为今天晚上的话，即使败给九胜了之后，他还有一场需要去打。嗯。也是需要尽快的结束。Я так понял, они стримят мульт о Warcraft перерывах. Какая-то. Не, на самом деле я этот ролик не видел про этого, про Ханза. Это новый он? Почему на Гудгейме нету? Они же на Гудгейме. А, вот он есть на Гудгейме, только сегодня вышел. Хромитр Трашка, блин. Два дракона. Да, его только сегодня залили. Я, короче, в перерыве посмотрим на русском. Да, кстати, здесь голосование идет. Только, блин, не на этой странице. Сейчас я поищу страницу, где голосование идет. Мы посмотрим, что там по голосованию у них. Да. Что бы ты не делал? Тоуи пан, а что? 这种打法也是比较常见的，但是总体来说，我们看到周西的人气还是非常高的，确实。Нам, короче, можно ставки делать. Ну не то что ставки, а это просто кто за кого ставит на победителя. Сейчас я найду. 必须会给从胜者组掉下来的木或者是浪漫造成一些麻烦。 好，那么这边的话还是看到了啊，双方选手也是戴起了耳机。 Вот эта ссылка. Вот, видите, справа здесь, типа 5% на сейва, 95% на CC. Здесь Moon 82, 18 на этого. Так, а здесь плеер вообще работает? А то я открыл заново ссылку. Здесь, кстати, сетка есть. Надо вот эту, блин, ссылку скопировать, и чтобы она у меня всегда была под рукой. Сейчас я ее добавлю в задачи. Так что-то плеер теперь не работает. Плеер вообще пропал. Не грузится. Все андеды толстые, кроме 120? Да нет. На самом деле андеды как и толстые, так и дохлые есть. Это просто так кажется. Вот. Здесь, кстати, скорее всего, за фоги тоже будем. Можно будет жать. Только я так не пойму. Тут надо лайкнуть. Так. А может перевести мне на русский? Вот эту. Вход назад. А, короче, чтобы проголосовать, здесь нужно зарегаться. Я не знаю, может тут через этот... Через QQ можно будет зайти, не знаю. 周西在放完镜头之后打了这个G1G2。вторая игра наконец-то. Сейф也打G1的时候，他越井还在那边站着，这个可能会影响他的英雄。这说明他是一个非常有素质的选手。Карта эхо, блин, я не знаю, это совпадение или нет, но они уже второй день играют на эхо и на амазонии все вообще. Я не знаю, то ли они так черкают, то ли им карты только эти дают играть.比较美满，嗯，应该是有家庭有孩子。 这种其实生活压力不太大的情况之下，打打魔兽、看看直播都是挺好的一件事情。多好的一个爱好，又节约，然后平常这个自己挺开心的。其实他可能没有这种顶尖高手那么厉害，但是可能比大部分玩家还是强那么一点。对，我其实是觉得打游戏的男生挺好的，没有什么不良嗜好，一般回家就是看看直播、玩玩游戏，也不会出去。 干一些这个，这就是你择偶标准的一环，对不对？什么鬼？怎么变成我的择偶标准？是不是？这个可能对吧？可以作为一个参考。嗯。其实很多人都想知道你这个标准，对吧？但是我就牙牙还是三千。 Будет крипинг лагерь наемников от обоих игроков. 这边的话，双方起手还都是一个练三开。这张地图上没有什么特别，既然你都选择DH首发了。嗯。 这个地方的话，其实，就看宝物吧。第一个宝物会影响很多。昨天的一个加九爪其实已经蛮好了，我觉得。嗯。啊，谢谢是小精灵过来看。嗯。他那个小精灵站那儿，差点，我感觉还是个，以为是个勾电盾呢。嗯。他其实跑过去看见你没有勾到电盾，就挺开心的了，已经。对。Save 32 года。
Пацанчик явно уже это готовится на пенсию уходить по Варкрафту. Здесь едва барак не потерял. Си-си. Но засейвил.强行，这远这个也很差呀。对呀，这个我都不知道他们两个谁是三等奖、四等奖或者五等奖了。有点迷。嗯。好，那么现在这里的话，直接再去练一个点。这种的话，你说你打人族还能升个火圈？你打暗夜精灵，你不能升火圈啊！这个宝只能升卖了。之前那个俄罗斯暗夜妮可用过一手六指环。 А сколько империю сейчас лет? 25 что ли ему, да? Ну как раз к 32 годам он выйдет на профсцену. Еще 7 лет подождать, рифлопуш потренить, и нормально, и можно выходить на китайских топов. Просто еще время не пришло. Сразу экспант от CC, примерно как вчера Мун играл. 这个打法其实我觉得就是说，如果侦查不利的话，还挺强的。没错，加六转。Moon的话本身也是有很多战术都是这样，我觉得就他自己侦查。Так здесь перекупается сапоги и там крипинг с этими как он называется с арчами, троллями и бараком правой точки. 基于他自己的一个脑洞以及他自己的一个操作去设计了。就像炉石，你抄个卡组，你都不一定打得好。对，你不知道他的核心思路是什么。是啊。就你抄了卡，你发现。Демон наверх прибежал. Видимо, чекнул просто синего бамбра. 其实并不是这样的，你要了解。Диспленул виспа. 好，那么现在这边双线。对，愚人。 Ну и нормально, у обоих третий уровень, но CC идет в экспан. BL 和 BW 里面的部队。 看一下 CC 这盘会怎么选择吧。开矿之后应该还是要爆一波兵的。有没有看一下宝物呢？他这边可能没有买，应该不会购买。Пошел CC синего бамбра забирать. Там экспан почти, не CC, а сейф забирает синего бамбра. Сейчас получится какой-то девайс хороший. Да, инвул на 15 секунд, но там с экспан достраивается CC. Таваки, спасибо, да, пришло 200 рублей. Спасибо. 在今天的话题互动，以及是为你喜欢和支持的选手投票。这个黄皮有点危险啊！这是肯定死了，那一个三级的DH。Минусуется прист, уже нага есть у сейфа, но там экспан достроился, сейчас будет максимально CC тянуть время. Чтобы экспант его начал окупаться. Ну, примерно такая же игра, как вчера от Муна, только теперь со стороны CC. Отменяются лорницы. Но вторую лорницу, естественно, не отменит. Здесь можно попробовать было зажать Демон Хантера, но снова не получается. Нужно было виспа в проход ставить. Или меньше проход делать, я не знаю. Ну, 32 года все-таки. Пошли лорницы уже от CC. Будет ли он выходить в Т3 или останется на маздрядах? Ну, экспант уже вовсю работает, но юнитов маловато у CC. Он слишком рано Т2 нажал. То есть, если смотреть, как вчера Мун играет, то он довольно много хантрес настроил, прежде чем выходить в Т2, чтобы гарантированно его не пробрили. А CC очень сильно аркадит. 这个好像难度有点高吧？哎，这里也去了。Ой, здесь минус висп. 对，这有钱的。 Перекупаются наемники еще. CC просто одним демон хантером отбивается под мейном.
Так, приходит виспы, возможно, это будет застройка. Не знаю. Т3 нажимает, CC просто вообще. Просто вообще дикий какой-то. Я не знаю. Заходит, у него юнитов почти нету. Он с экспандом нажимает Т3. Хотя нет, он перекупает здесь поносного голема, огра. Ну какая-то прохладная застройка протекторами. Да, протекторы сразу отменяются. По-прежнему Т2 юнитов у сейва не подходит. Протектор один не отменяет. Минусуется нога. Если став, передается НУ на 15 секунд. Хорош. Дриада подходит, тоже свои бамбер подходит, но тролля минусуют. Минусуют тролля, и уже две дриады у CC. И, по ходу дела, мы смотрим последние секунды сейва на этом турнире. Нужно их провести достойно. Долбануть по клавиатуре хорошенько, чтобы тебя запомнили. И разбить пару мониторов или елок. Ну, все равно уже вылетел. Чё терять-то? Зато барак достроился. Не, ну, парень попробовал свои силы, посмотрели на него много зрителей, но, к сожалению, топовую игру он так и не показал. Мне кажется, мало тренился, наверное, надо больше каток было играть. Забирает он точку оппонента, но у CC уже все великолепно, у него уже Т3 и мишки. Блин, вы представляете, CC поставил экспанд и вышел в Т3 еще. А у сейва даже Т3 нету, у него просто там пара дриад. Он продолжает протекторы строить, точнее барак и магазин. А там уже медведи на лапе. Шестьдесят четыре лимита. Апгрейд на мишек доделывается. Ну и нам все понятно. Ну и здесь можно просто через А послать, лимита намного больше. Пытается бамбра отжать, хороший реджуф, снова диспела я не вижу от сейва. Получает нога второй уровень, форкит кидает, неплохо, неплохо форкит заходит. Поносный живет, поносный голем там живет, но нет, его добивает Демон Хантер с арбой. Размены по ХП, но, по ходу дела, мишки не выстоят. Пятый левел Демон Хантера. Good game. Это 2-0 за Шиши. Сенсации не произошло. Сейв отправляется домой. Довольно уверенно. Победа. Ну, ничего сверхъестественного не произошло. И ждем игру Муна с Романтиком. Уже будут более-менее интересные игры. Мун Романтик. У Муна один из лучших матчапов, наверное, все-таки это против Хуманов. Не зря он инфи 3-0 выиграл не так давно. Вот. А Романтик просто романтичный парень. И очень опасный.